В рамках состоявшейся вчера встречи губернатора Магаданской области с главными редакторами магаданских средств массовой информации глава территории рассказал, кого и где будет обучать регион, чтобы обеспечить кадрами новые больницы и спортивные объекты. Мы готовы это делать, причем в неограниченном количестве, вот просто. И готовы заключать с нашими выпускниками такие контракты. Более того, вы знаете, я считаю, дорогого стоит соглашение с первым медом. Там конкурс запредельный. Выходят специалисты, которые распределяются только по Москве. Вот здесь я разговаривал с ректором, и беседовал, он говорит, давайте. Во-первых, нужно не просто туда стипендию платить. Он говорит, нет, человеку будет тяжело учиться, давайте вот мы готовы готовить ваших детей для поступления к нам, чтобы они могли спокойно учиться. Он говорит, приходят ступальники, не выдерживают. У нас есть соглашение с Московским автодорожным институтом. Я договорился, и сейчас готовится соглашение с ректором Высшей школы экономики. Это считается один из лучших институтов экономических в Российской Федерации. Подобные соглашения. Надо посмотреть еще специальности, оно так, чтобы по-крупному было. По мнению Сергея Носова, заключение партнерских соглашений с ведущими вузами страны позволит Колыме получить высококвалифицированных специалистов. Регион же готов вкладываться в своих выпускников по полной.